Всем доброе утро. Завела Полину в школу и буду сейчас кушать. Сегодня жарила котлеты и картошка у меня. Просто отварная картошка. Сейчас по телеку слепая началась, поэтому сижу, смотрю. Кто кушает, всем приятного аппетита. Потом планирую немножко сделать еще резиночек. И если надо будет на работу, то поеду на работу. Мне еще нужно ножницы найти, которые режут треугольным таким срезом. Ну, зубчиками. Поэтому, если буду где-то в городе, то буду их искать. Поэтому все. Всем приятного аппетита. Вот, в итоге сделала второй цветочек. Осталось только его более-менее так разровнять. Короче, все-таки решила вот с такими длинными делать. Оно так более красиво смотрится. Вот, поэтому нужно мне сейчас сделать с коротышами. И сделать с длинными ниточками. Либо я, наверное, просто сейчас переделаю вот эту вот часть. Ну, в принципе, как бы. Вот, и нарезала еще на один. Короче, буду парно делать. Листики мне нравятся очень классно. Я их сама вырезаю, без шаблонов, без ничего. И получается вот такая вот красотища. Супер. Полина вчера пришла, тоже заценила. Короче, вот, если положить их сюда, выходит вот такая вот красота. Я им, короче, типа подложки вот такие навырезала, и в итоге... Вот эта вот красотулечка. Так вот смотрится. Супер, особенно, блин, листики такие классные сделала. Обалдеть просто. На улице просто красота, красотища. Так тепло, обалденно. Это сижу дома, там как крот. Сегодня никуда не надо, вчера никуда не надо было. Короче, у меня в итоге вышло 3 выходных. Блин, банщики газет еще накидали. Вот, сейчас иду, короче, за велосипедом. И поеду в магаз сгоняю, а потом за Полиной сразу. И буду что-то кушать, готовить. Так, что, блин, тут развалялось. Какой аромат! Обалдеть! Красота, красотища! Пришли мы уже, значит, домой с Полиной. Ты молоко будешь? Да. Хорошо, сейчас налью молока. Сейчас едам вот эту вот штуку. Не знаю, что это такое. Недавно привезли бургер Смайл с десертной пастой из молочного шоколада. И чего-то там еще. С какой-то игрушкой. Сейчас я ей покажу. Блин. Все руки, пипец, грязные. Только помыла. Это после велосипеда. У меня эти, как их, трипсы или как их, они, короче, облазят. Ну, в смысле, не облазят, а черным красят мне руки. Короче, 4 пакета кофе. Полине йогурт. Молоко. Это к чаю. Так, сегодня я решила, значит, попробовать, что такое рапсово-подсолнечное масло, потому что это 3,66 стоит, 3,66, а обычно уже меньше, чем 4,5 рубля нету, поэтому, думаю, попробую это, если не понравится, ну, придется, блин, почти за 5 рублей брать, потому что я не знаю, что делать. Акции у нас сплошные были, по 3,5 было подсолнечное, а теперь только вот такое, короче, взяла масло. Так. Денису йогурт. Хочу сегодня сделать картофельное пюре с вот этими рыбными бургерами. И купила капусту, ну, как для кролика, так и нам на салат. Опять хочу сделать салатик, как тогда был с майонезом у нас. Вот, за все у меня вышло 16,59. И плюс еще рожок суфле. Один ей, второй мне. И эта штука стоила рубль с чем-то, не знаю даже точно. Рубль 0,8, по-моему. Короче, из 2 половинок этот бургер состоит. В одном здесь какое-то печенье с шоколадом. А здесь, наверное, не знаю, какая-то либо игрушка, либо ложка. Что там будет, сейчас посмотрим. Открыли, значит, нижнюю половинку. Здесь у нас вот такие вот печенюшки. Белый шоколад и коричневый шоколад. И сейчас откроем еще вторую. Сейчас я сама, потому что мне пришлось тут вообще ножом ковырять ее. А во второй половинке ложка, чтобы кушать. И колечко. Ну-ка, померяй колечко. Держи. Одень на пальчик колечко.
Подходит тебе? Ой, боже, какая мадня. Смотри, оно какое-то с переливом. Супер просто. Тебе нравится? Выпустила побегать эту красотку нашу. Там капуста возле нее лежит на полу. Полина пошла на улицу играть, а я сижу пока что ем пирожное. Скоро будет мужское и женское. Вот, я сейчас, короче, как она погуляет, ну, в смысле, кролик, блин, когда погуляет, я пока пропылесошу дома. О, господи, это все, это клиника. Я хочу пропылесосить и... Ну, в комнате так чисто вещи поскладывать, как бы убирать мне тут нечего. Позвонили, сказали, завтра у меня квартира одна в районе ЖД вокзала, поэтому поеду завтра на ЖД вокзал сразу после школы. Я тебе... Сиди тут вплотную с обоями. Что надо? Не любишь такое? Смотри. Пошла нафиг тогда. Капусту ешь свою, а то я сгрызу. Дашь мне капусту свою поесть? Красотка. Али такая наглая. Или бегает, допустим, ходит там где-то спокойно. Я говорю, твою ж мать! И она сразу убегает. Ее все просто ищите в клетке, называется после этого. И Мики тоже как была. На этой фразе она тренделей получала, поэтому это уже тоже понимать. Вкусно тебе. Скажи, что ты так задрала мою капусту? Ой, красавица. Я думала, она вся черная. Она какая-то такая пепельная прям. Только голова и лапки черные. Ты как сиамская, да? Все, я уже пропылесосила. Короче, сейчас осталось мне помыть одну клетку у Ксюши, которая... Потому что все остальные чистые, нормальные. Закинула тут пару шмоток каких-то, короче, стираться. Ну, прям так, чисто сполоснуть. Вот, сейчас сделаю кофе и открою окно, чтобы проветрить комнату. Я тут разношу корм. Ксюша так ждет яйцо. Ты так ждешь яйцо. Видно, ей очень нужно, раз она прям аж за ним так пипец. Она у меня с опухолью, короче. Уже после опухоли 1,5 года живет. Ну, решила, короче, я ее держать до тех пор, пока не будет у нее конец. Вот. Птице уже 7 лет, прикиньте, 7 лет. А Тоша у меня на гнезде. Да, вот такой вот парень прям. Красавец мой. Лаймочка сидит где-то там в гнездышке, а этот все неугомонный. Все что-то чирикает тут. Надо пойти им каких веток наломать, потому что просто съедают, вон та голая лежит ветка, это они вот выгрызают. В итоге одну съели так, что она просто у них отвалилась, повесила пластиковую пока что. Пойду сейчас за веткой и пойду за травой. И, короче, дам им травы, потому что уже чирикают тут на всю эту, прям орут. Красавчик, да. Он, блин, всех покормит, кого надо. Чё? Так он яйцо вареное любит. Кушать! Смотри, как хочет кушать. Ой. Кушать, Чипка будет кушать. Ждет так. Так, собаку покормили. Кролик сейчас запрыгнула на вот эту вот штуку и прям села в пакет с сеном. Я этому постоянно умиляюсь. Это как пылесборник. Боже, покажи. Маленький пылесборник.
Да? Что это ты такое нашла на себе? Яйцо? Я лупила яйцо. Упс, 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 упс. Вкусно? О, хоть чистая, а то, блин, вся в грязи пришла.